Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем с того же момента, где остановились. И нам надо подобрать циферки для нашего сейфа. И вот хрёбаный рогатый дебил нам мешает. Как мы выяснили, постоянно меняются часы, которые нам указывают на нужный символ, обозначающий циферку. Тихо. Тихо. Если подойти к нему слишком близко, он нагрится. Ага. Нужно найти трое часов. Свет включать нельзя. Он тоже агрится. Я не знаю, можно, наверное, включить как-то часть свет, чтобы успеть разглядеть часики, там что-то сделать, но я в это не верю. То есть и слишком близко подойти нельзя, и свет нельзя зажигать. А так-то вроде он не реагирует, если вы просто ходите. Как я понимаю, здесь в этом помещении больше ни хрена и нету. Стрёмную пыль. Причем, как я понял, что здоровяк, что рогатый, они заскриптованы в определенных местах. И в этих местах обычно нас не преследует этот наш это головешка летающая. То есть, по идее, она сейчас не должна здесь появиться. И не понял, зачем нужно вот это убирать. Так, код у нас состоит из дерьма полного. Значит, это шестерка. Это единичка, да? Или я что-то попутал? Нет, это не единичка. Шесть. Это восемь, что ли? Шесть, восемь. Такой стрёмный вообще. Я так понимаю, это они тела захваченных людей использовали. Да призывались. Призвали, призвали. Угу. Дебилы.
Я не понимаю, его оттуда как-то отогнать, что ли, надо? Я что-то не понял. Или что? Фу, какой-то стрёмный. Где еще часы-то? Я ни хрена не вижу. Ага, они на полу могут лежать. Окей. То есть они где угодно могут лежать. Ну понятно, они видно от света фонарика проявляются. В смысле, искорки. От света. Что меня нисколько не утешает. Они на полках могут быть. Причем я убежден, что здесь есть определенные места, где могут лежать эти часы. То есть не буквально где угодно. А есть определенные места респауна. Так. Этот символ обозначает 9. Да? Этот символ обозначает 6. Значит, 9, 6. 8, 9, 6, 8. 9, 6, 8. Ну, это уже погадать можно. Ну, вот так вот. Ой, ё-моё. Это мне надо идти на чердак. Дай. Для начала мне нужна запись, чтобы это говно не проходить по миллион раз. Как говорится, достаточно было узнать 3 цифры, 4-я нафиг не нужна. Так угадать можно. Подожди, если мне на чердак, то как мне идти-то, ё-моё? Что-то я забыл. Да.
сыкотно. Может быть, мне поближе засейвиться? Вот он, вход в чердак. Было бы, конечно, шикарно, если бы эта дрянь появилась прямо сейчас. Ну, я шучу насчет шикарно. Тоже мне Alien Isolation, блин. Правда, от этого придурка избежать нельзя. От чужого. Эта хрень хоть медленно двигается, сбежать можно. Ну как сбежать можно? Секунд на 10-20. Ой, звуки-то какие. Ну, классика жанра. Если очень хорошо проработать звуки, уже пол-хоррор разделан. Ой, это что такое? Да ладно. Запись. Интересно, а нахрена здесь запись? Это ж не защитная комната. Ну, видно, нужна. Видно, меня сейчас будут мочить. Судя по недостатку света, блин, все очень печально. Да, я так и подумал. В такой темени только этого дебила сюда можно запихать. Я не знаю, где он находится. Вот в чем печалька. Thank you.
Я не понимаю, что происходит. Я ничего не вижу. Если бы я знал, где он. Городили, а у меня карты нет, ёбары сэты. Он где-то здесь, что ли? А где он? Не, ну это такой момент, это, конечно, подстава. Я не понимаю, где он. И нигде не пролезешь, главное. Вы наградили-то, ёб вашу мать, а. Скорее всего, мне придется не один раз проходить это дерьмо все. Ага. Там... А, здесь можно, наверное, спрятаться. Хотя это не поможет, кстати. Ну ладно, я уже понял, что мне этот момент, скорее всего, придется проходить неоднократно. Поэтому там и запись.
где-то слева, что ли? Ебан, блядь. Блин, взял, напугал меня тварь. Блин, ну это какая-то жопа. Ой, разработчик наградил. Это уже, блядь, не хоррор, а мозгоёбство какое-то. Напряжёнка. Я на всякий случай записался. Я же дернул пару рычажков. Может пригодится.
Ну, честно говоря, такой момент — это вообще просто жесть. Хорошо, хоть запись сделали. Ну, видимо, так и рассчитано, что большую часть времени вы с ним не столкнетесь. Он где-то в конце сидит, ключ охраняет. Это 100%. Я надеюсь, он один? Реально. Потому что кажется, что их штук 5 по крикам. Нет, но он один. Просто вас бить с толку хотят всеми этими криками. Здесь тоже рычаг где-нибудь есть или что? Да не, не похоже. Такое ощущение, что он телепортируется. Естественно, это не так, но тем не менее. Он где-то ключ охраняет, это мы уже поняли. Оказался. Да, блядь. В общем, я еще несколько раз сдох. Мой герой несколько раз был растерзан этим ублюдком. И к какому выводу я пришел? Что... Сейчас покажу. Во-первых, здесь есть проход. Но я так понимаю, он нам нахрен не нужен. Ну, открою на всякий пожарный. Он нагрится за углом. Дебил этот. Здесь есть вот такие вот лабиринтоподобные проходы. И клетка. По
всей видимости, нам эту херню надо сюда заменить. И запереть. Также здесь есть еще вот эта параша. Но я так понимаю, это сразу, чтобы дверь выйти, когда вы ключ возьмете. Вы видите коробка? Там, по всей видимости, все, что нужно. Что касается этого ублюдка, вы сразу свет выключаете, и он далеко не убежит от этого места, где последний раз вы были с фонарем. Надо единственное, что запомнить, вот эти углы в темноте, чтобы ориентироваться. То есть вы сюда заходите, до упора претесь, 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 претесь. Завернули. Надо будет, видно, добежать сюда. Светом светануть и заныкаться. Мне пока не получалось. Ну, сейчас попробуем. Вариантов-то не так много. Точнее, это самый вероятный. Я других не вижу, чтобы пройти эту хуйню. Он меня уже не может трогать. Ебанутое место, конченое. Я здесь минут 40 подыхал. Не то чтобы это прям супер сложно, но пока ты дойдешь, пока сообразишь. Плюс она еще стабильно работать не хочет. Он тебя пару раз заваливает, и ты что? И ты дергаешься в текстурах. Игру надо было выключать. Ну. Тихо. Ключ. Не ключ, главное, а ключ. Вроде он на игру-то один должен быть, правильно? Уродец. Вот гнида. Пролез. Скотин такая.
Я надеюсь, на этом мучение на чердаке закончится. Вот. Фух. Ну, на этом селе, наверное, можно уже закончить. Ну, это пипец какой-то. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Всем спасибо, пока. Подписываемся. Тих ты, ёб твою мать, а. Увидимся в следующей серии.